Отцу-основателю «Металлурга», так называют его жители района, Павлу Мочалову сегодня открыли памятник. Скульптура высотой более 3 метров, выполнена из гранита и бронзы. Работа над ее созданием длилась около полугода. Автор монумента – московский мастер Салават Щербаков. Он победил в конкурсе, в котором участвовали еще 5 его коллег. Мы памятник этот делали в очень жесткие сроки. График был очень короткий, но мы очень постарались. Не хотели, чтобы он украсил ваш город. С инициативой о создании монумента выступили жители Кировского района, ветераны завода и семья Павла Петровича. Он более полувека своей жизни посвятил становлению и развитию авиационной и металлургической промышленности Самары. Одновременно с возведением завода в 50-е годы был построен целый район металлургов. Жилые дома, детские сады, школы, больницы, дворец культуры, парк с озером и стадион. Сегодня в Самаре очень интересный исторический день. И еще раз покажу, что наш город Самара ценил, ценит и любит настоящих тружеников, каким был Павел Петрович Мочалов. На торжественное открытие памятника приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я очень рад тому, что вслед за площадью, Домом культуры, здесь появляется памятник Павлу Петровичу Мочалову. Павел Петрович сделал очень многое и для жителей, не только для тружеников завода, но и для всех жителей. Темпы строительства жилья, объектов социально-культурной сферы достигли небывалых высот, и эти традиции поддерживались в дальнейшем руководителем предприятия. Площадь имени Мочалова вместе с бульваром металлургов комплексно обновили в этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь уложили 18 тысяч квадратных метров плитки, установили новые дизайнерские скамейки, удобные бульварные диваны и 110 урн. Кроме того, отсюда убрали незаконный рынок. В порядок приводят и фасады домов, расположенных на проспекте. Мэрия Елчан, Василий Колдашов. События.